Это уже четвертая школа. Я очень переживаю из-за того, что новые одноклассники. Надеюсь, что я здесь смогу дотянуть до 9 класса и наконец-то окончить школу. Там поначалу мне было сложно нормально выучить чешский язык. В школе я вообще ни с кем почти не общалась, но потом уже как-то само пошло. Почти со всеми подружилась в конце года. А насчет учебы в Украине, я себя здесь просто не чувствую в безопасности, особенно эти бомбежки все время спать не дают. Я мечтаю, стать астрономом. Астрономия — это черные дыры, квазары, нейтронные звезды.